стенку для зала Вегас 1. Для этого мы разложили всю фурнитуру, рассортировали. Зимой приобреталась, поэтому дали время, чтобы достигла комнатной температуры. Вначале собираем вот такой шкаф. Для этого берем левый бок, правый бок, а соединяем их с помощью верхней крышки и нижней крышки. Угу. Затем берем такие полки, они называются вязка. Вязка крепится так сбоку, да? То же самое. Затем берем полкодержатели, металлические, да, штуки, и на них вставляем полки, чтобы нам лишнего ничего не мешалось. Продолжаем собирать стенку для зала Вегас 1. Вот так она выглядит, когда сзади прибивается ЛДСП. ЛДСП прибиваем сначала верхнюю часть, затем нижнюю часть, и в центре две больших ЛДСП крепятся с помощью соединительного бруса. Соединительный брус в комплектации идет большего размера для того, чтобы вы могли его обрезать после того, как подгоните по диагонали. Затем мы собираем низ середины. Здесь также есть нижняя крышка, на ней меньше отверстий, чем на верхней. И верхняя крышка, мы ее пока еще не установили. К нижней крышке крепятся ножки, их 5 штук, по 2 по бокам и 1 посередине. Боковины крепятся. К боковинам крепится такая конструкция для выдвижения ящиков. Мы выбрали правое исполнение, и поэтому просверливаем сквозные отверстия как бы слева. 1 и 2. Вот они просверлены. Продолжаем собирать Вегас 1 стенку для зала. Устанавливаем перегородку. Затем ставим сверху на нее крышку. Тут и четкость есть. Ставим на нее крышку. Затем берем боковину. На боковине выпиливаем отверстие. Раз у нас правая сборка, то мы выпиливаем вот эти отверстия. Так, вот они были. Если у вас левая сборка, то вы бы выпиливали вот эти. Затем прикручиваем задник вот такой. Он плотный, на нем будет стоять вся тумба и еще одну верхнюю крышку. Так, ну вот уже практически половина готовности. Шкаф в правом исполнении, то есть стеклянная полка будет справа. Мы собрали ящики нижние. Угу. Неудобно было то, что не было сквозных вот здесь дырочек. Пришлось делать самим. Так, стеклянная тумбочка. Труба металлическая также. Никаких набросков не было. Ставили ее самостоятельно. Стеклянные полки будут установлены вот здесь. Угу. Вот. Мы вначале долго не знали, какое будет у нас исполнение, левое или правое. Когда все-таки решили делать в правом исполнении, вот здесь еще не просверлили сквозные отверстия. Здесь и здесь
будет крепиться верхняя полка. И вот здесь необходимо тоже сквозное отверстие, чтобы соединить его вот с этой частью. Вот здесь будет стоять телевизор, розетка. Цвет. Такой фокус теряется. Цвет кофе с молоком. Ну вот, практически готов. Стенка для зала Vegas 1 собрана. Оправое исполнение. Отдельно была собрана вот эта верхняя полка. Мы ее решили прикрутить так, чтобы был бортик. Вот. Бортики есть такие специальные белые крепления. Здесь тоже сверху бортик. Ну, при желании можно было сделать его наоборот вниз, да? Двери. Цвет кофе с молоком. Внутри Vegas 1 выглядит вот так. Полочки. Сзади ЛДСП соединенные брусом для соединения. Стеклянный шкаф, за которого, в принципе, правое исполнение. Имеет две стеклянных полки. Две стеклянных полки. Внизу металлическая труба, больше для опоры. Мне кажется, здесь отличное место, чтобы поставить аквариум. Еще один шкафчик. Я нашла, кстати, отвертку, которую мы потеряли. Ладно, хорошо. Еще один шкафчик. Здесь уже две полочки деревянных. Собирать, если у вас нет опыта, в принципе, можно собрать за день, ну, за полтора. Если у вас есть опыт, то часа за четыре, я думаю, можно собрать. Всем спасибо за внимание.